Я в театральном обучаюсь. Стихи умею я читать. Нас там учили очень даже. Я правила усвоил все. Вначале надо быть спокойным, размеренно повествовать и быть загадочным, но в меру, чтобы интрига между слов и со всезнающей усмешкой смотреть на зал, как на детей, мол, я-то понял, я-то знаю тупую легкость бытия. Затем эту интригу необходимо нагнетать, и делать это надо плавно и с поворотом головы. Говорить слова быстрее и в ноте как бы повышать, все выговаривая четко, не запинаясь, не бубня, рукой вот так вот помогая, показывая, что накал страстей уже в процессе, что кульминация вот-вот, и распростерши руки к залу, слова чеканит словно шаг, что буква каждая слетала орлом двухглавым с языка. И если даже будут слюни, так это даже хорошо. Ты в образе, не замечай их, ты дождь, ты вихрь, ты артист. Потом делить слова на слоги, орать да так, чтоб вздрогнул зал внезапно. Только громкий шепот, и будет он мощней, чем крик. Как перешел на шепот, еще раз. Крикни, чтобы у всех дыхание перехватило. А сам что дальше вспоминай? И пауза, ты вспоминаешь. И дальше. Вот еще одна. И оборот избавить нужно. Слова раздельно говорить. Все так же четко, но раздельно. Выдавливая как бы их. Дышать при этом нужно часто, как бы после боя ты, как будто 1000 километров бежал по лесу с рюкзаком. При этом очень важно, что происходит на лице. Глаза, глаза на мокром месте, а брови, брови, что вот так. Слова все тише, реже. Даже проникновение куда? Мурашки побежали, чтобы и чтоб слеза, слеза. Когда финал уж очевиден, закрыть глаза и голову спустить на грудь, чтоб зритель понял, конец стиха. Аплодисменты.